принципе, премия губернатора, она дается за целый ряд достижений, да? И один из показателей, ну, который хорошо очень оценивается, это публикационная активность. Вот, за 2020 год мною было опубликовано более 17 статей в высокорейтинговых журналах. Но наш коллектив занимается именно физикой магнитных явлений и разработкой новых материалов магнитных как для постоянных магнитов, так и функциональных. И как раз-таки вот за эти разработки была присуждена премия губернатора в этом году. А расскажите, вот ваши разработки, как они на практике могут изменить жизнь человека, вот обычно, или Ну, начнем с того, что постоянные магниты используются абсолютно, ну, практически в каждом устройстве. Ну, всем знакомы неодимовые магниты, да, в жестких дисках и так далее. Но наша кафедра именно разрабатывает высокотемпературные магнитные материалы, которые могут найти применение в ракетостроительной области, нефтедобывающей и, конечно же, военной. Не, ну, конечно, наша, ну, лаборатория непосредственно производит мелкосерийные партии магнитных систем. Это не просто магниты, для ядерного магнитного кротажа. То есть это исследование нефтяных скважин и так далее. Вот для этой области. Конечно, применяется. В нашей кафедре, ну, лаборатории кафедры более 50 лет. То есть мы являемся единственным производителем магнитов в нашей области. Вот, имеем богатые и практический опыт, и хорошие связи за рубежом, поэтому и высокая публикационная активность, и, в принципе, нас знают, нашу школу магнетизма, и поэтому уважают. И очень рад, что губернатор оценил наш вклад в науку не только региона, но и вообще России. Потому что, в принципе, считается так, что уровень производства постоянных магнитов в стране определяет вообще уровень развития технологий в стране. Ну, в принципе, то есть премия губернатора является действительно мощным стимулом для дальнейшего развития новых научных направлений, направленных на развитие научного, технического, инновационного потенциала вообще всей Тверской области. Поэтому я очень рад, что такая премия есть и награждают действительно достойных. То есть, в принципе, для нас, ученых, важно знать, что в администрации нашей области Министерство экономического развития заинтересовано в наших работах и наших успехах.